Сегодня у нас в гостях прекрасная актриса Мария Миронова. Мария, я, готовюсь к нашей с вами встрече, увидел, что вы за последнее время вам удалось сняться в нескольких замечательных фильмах. И расскажите, пожалуйста, каким образом вам это удалось, поскольку все сейчас жалуются, что вот кризис, фильмов не снимается. Вы знаете, на самом деле я кризис, честно сказать, не чувствую. Я чувствую кризис только в качестве того, что предлагают. Но в количестве я не чувствую кризиса. Потому что, к примеру, вот если не считать тех работ, которые я снялась, за последний, наверное, вот фильм, последний, в котором я снималась, это фильм, который называется «Каденции». Да. Снял его такой очень, на самом деле, одаренный молодой человек. Это первый его фильм, это Иван Савельев. После этого мне пришло, наверное, сценариев, я прочитала, 15 точно. Из них, конечно, это не все кино, больше сейчас какие-то есть и ТВ-муви, как этот формат сейчас есть, и сериалы, и какие-то фильмы, если даже не больше, вот я сейчас просто на память. И у меня, в общем, такое впечатление сложилось, что как-то я не ощущаю кризиса по количеству снимаемого. Да. Но по качеству, конечно, в принципе, это было на самом деле всегда, что из 20 сценариев, может быть, только один какой-то очень интересный. Мария, возвращаясь к фильму молодого режиссера Савельева, расскажите подробно, кто, как, что вы играли, кто написал сценарий? Сценарий написал он сам, и это, я так понимаю, что его такая трилогия, из которой вот «Каденция» — это первая часть этой трилогии. Сценарий очень интересный тем, что он захватывает там несколько героинь, он сделан на женские роли, на женщин. И это такие вроде как бы не пересекающиеся линии женщин. Там играет, кстати, Инги Боргода, куда это снялась, Полина Кутепова. Три жизненные истории. Да, они увязываются в одну какую-то такую общую как каденцию, музыкальную каденцию. Вроде они в разнобой, и результат такой общий. Общей гармонии. Да, общей гармонии. Он очень сложный сценарий, то есть я не думаю, что он будет такой какой-то. Это не блокбастер, это не... Он сложный психологически. Потому что когда я прочла первый раз, я не поняла ничего. Вот такое бывает. То есть как бы у меня возник некий сумбур и сценарий. Я искренне ему сказала, говорю, Ваня, это все очень интересно. Но как бы я целостного... Ну, объясни. И мы с ним прообщались в первую встречу 3 часа, и когда он мне рассказал линию, не только мою, естественно, он мне рассказал линии практически всех персонажей, и не только главных героинь, а входящих просто каких-то таких крошечных эпизодических ролей, и он мне рассказал буквально автобиографию, мне стало безумно интересно, то есть он увлек творческой сумасбродности, что я лично очень люблю, когда не до конца ясен результат, хотя в кино в этом есть очень большая опасность, да, в театре в этом смысле легче, когда есть доля такой, живой энергии, импровизации, что ли, когда ты не знаешь до конца, чем это сейчас закончится. Да? И в этом для меня есть кураж. Последнее, что я видел в кино, замечательная, на мой взгляд, картина и прекрасная роль в фильме Сергея Говорухина. «Никто, кроме нас». Да. Самой это нравится? Вы знаете, Сережа, это вообще отдельная история в моей жизни. Да. Отдельная история, потому что с такими личностями, как он, встречаешься не часто в наши дни. Он особенный, во-первых, своей историей жизни, своей одаренностью. Он совершенно потрясающий, не просто сценарист, он сам написал сценарий этого фильма. Но он как драматург, у него потрясающие книги, потрясающие рассказы, да, писатель. Сила его, в общем, такой харизмы и личности самой по себе. И то, что, в общем, отчасти эта история автобиографична, да, и сценарий, и фильм, соответственно. Конечно, мы все болели за этот фильм, просто очень сильно, реально. Впервые счастлива. И впереди у меня еще столько счастья. И я его никому не отдам.
Мария, и вот вопрос, который меня лично, я думаю, всю страну очень сильно беспокоит. Вы играете главную роль у Аллы Суриковой в фильме, который называется «Человек с бульвара Капуцинов». Это такое шоу, да, с одной стороны, был фильм, который стал классическим. А в этом классическом фильме главную роль сыграл ваш отец. И теперь некое продолжение, и вы играете главную роль. Вот расскажите, как вы сразу ли вы согласились в этом участвовать, в какой все это стадии, вот об этом проекте, если можно. Ну, вы знаете, честно сказать, у меня изначально были опасения, да, и я вообще, ну, как сказать, дай бог нашему фильму долгой и такой радостной жизни. Я очень люблю Аллу Ильиничну, потому что она совершенно уникальный человек в смысле своей энергии и в смысле того, насколько она может поднять процесс и завести огромное количество народу, неиссякаемый просто. Мы с ней перед этим, у нас была небольшая работа, это был май месяц прошлого года. Это такой фильм «Я люблю тебя, Москва». Ну, как бы он известный, про него писали. Это серия маленьких фильмов. И в том числе Алла Ильинична позвала меня для того, чтобы сделать такой на меня небольшой фильм перед тем, как мы начнем ту работу. И вот эти три съемочных дня, когда мы снимали вот этот мини-фильм для фильма «Я люблю тебя, Москва», я совершенно просто потряслась ее феерической энергией на площадке. И, конечно, она меня увлекла просто своим таким безумным энтузиазмом, который, как сказать, абсолютно живой человек, идущий на обожающий какие-то экспромты и вещи. То есть у нее, безусловно, есть сценарий, там, по которому она снимает, но в то же время она абсолютно открыта для какой-то просто съемочной радости. Да. Конечно, я изначально и говорила Алле Ильиничне, что, может быть, это совсем так уж не привязывать к тому фильму, потому что тот фильм, это, во-первых, у него есть определенный жанр, да, вестерн, и все равно прямая такая аналогия, я бы не стала ее проводить, на самом деле, честно сказать, потому что там прямой аналогии-то, в общем-то, особо и нет. Потому что фильм практически в наши дни, но не совсем в наши дни, это 90-е годы, ну, приблизительно. Такое становление российского бизнеса. И, собственно говоря, я играю такую девушку-женщину, которая приезжает из Америки. И она русская корнями, она плохо говорит по-русски. У меня весь фильм акцент. Американка, которая хочет, у которой есть такая безумная мечта в то еще немножко застойное время, когда мало снималось кино у нас в стране, сделать такой потрясающий, добрый, замечательный фильм. Многие у вас так бьют. Все в нашем клубе. ЦСКА. Что, фанатка ЦСКА? Но это клуб ценителей советского кино. Вы любите советское кино? Это самое лучшее кино в мире. Это как глоток свежего воздуха. Ну, это ее такая сумасшедшая мечта, ради которой она, в общем, практически продает все свое имущество. Такая немножко фанатичная девушка. Вот, я надеюсь, я не знаю, как сказать, я никогда не люблю загадывать результат, что это получится, по крайней мере, легко и с юмором, то, к чему, в общем, стремились. А будет ли это продолжением того фильма? Я бы не стала на этом делать какой-то акцент, потому что это не совсем так. Вот вы работаете активно в театре, да, и достаточно много снимаетесь в кино. И существуют некие мифы, да, вот о том, что театр хорошо, кино плохо, либо наоборот, кино плохо, а театр хорошо. Вот с вашей точки зрения, вот в чем разница для вас вот там и там? Ну, разница, наверное, если попросту так выразиться, совсем просто, то, что театр – это семейная жизнь. А кино – это, наверное, такой роман какой-то, который быстро заканчивается. И, конечно, театр – это труд колоссальный, в отличие от кино, честно сказать. То есть театр – это то, что тебе незачем скрыться, да? Ты не можешь сказать там «стоп», давайте переснимем этот дубль, мне не понравилось, глядя в монитор. Театр – это ты выходишь на сцену, и на протяжении 3 часов неотрывно ты существуешь, да?
наверное, есть магия, как вот у вас передача называется «Магия кино». В театре, безусловно, есть какая-то магия, но скорее в театре есть легенда. В кино оно как бы более приходящее, что ли, ну, для актера, по крайней мере. Для зрителя как раз нет, потому что кино – это то, что остается, а театр, он, к сожалению, остается только в книгах, в какой-то легенде. Потрясающе, Мария. Просто потрясающе. Огромное спасибо. Спасибо. Да, я получил огромное удовольствие от общения с вами и желаю всяческого процветания и актерской составляющей. Спасибо и большое. Надеюсь, что мы вместе со всей страной будем еще неоднократно получать огромное удовольствие от тех работ, которые вам судьба подарит в качестве актрисы. Спасибо.